Сегодня в Ульяновске открывается кинофестиваль «От всей души». Конкурс семейных фильмов и программ проводится в нашем регионе уже в 13-й раз. На суд жюри представлены десятки работ российских, белорусских, армянских, китайских и турецких кинематографистов. Показы конкурсные и внеконкурсные программы будут организованы на 9 площадках Ульяновска и в цифровых кинозалах области. Одним из трендов главного кинособытия региона станет Год культурного наследия народов России, объявленный в 2022 году президентом страны Владимиром Путиным. Традиционно большинство событий фестиваля ульяновские зрители могут посетить бесплатно. Сегодня актеры и режиссеры, приехавшие на фестиваль, возложат цветы к памятнику Валентины Леонтьевой. И там же, на аллее в сквере у театра «Кукол», состоится открытие очередной именной звезды. Вечером гости пройдут по ковровой дорожке Дворца Губернаторский, где в 18 часов состоится торжественное открытие кинофестиваля и творческий вечер народного артиста России Федора Добронравова.